Здорово! Давай, чувак, я на самом деле вот буквально 7 минут думаю, да, я буду у тебя. Давай, давай. Братан, а как ты в моей тачке оказался? Я вот телепортировался. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому эта хуйня нужна, если контент дерьмо, говори, никто не будет подписываться, вы сами решаете, что качает, не качает, если качает, ну, блин, ну, я не зря трачу свое время на монтаж, запись и так далее, поэтому качает, говорите. Короче, ну я тебя записал в эту, но можешь на эффект идти вообще. Корсет здесь все с собой. Тычники стояли. Здесь? Где мой любимый, да. Не, здесь теперь типа диджитал студия отдельно у нас. Ёпта. Потому что много очень. Для молодых, что ли? Ну, кто на контроллерах, типа, отдельно кружит, вижу. Мы это так лишь не озвучиваем, да, что здравствуйте. Вы хотите купить. Ну ты готов-то к разносу сегодняшнему? Я уже на все что угодно. На все что угодно. Здорово, ребят. Сейчас еду к своему братушонку Игосу, бородачу. Он ходил на московский бойлер-рум. Хочется узнать вообще, как понравилась ему эта андеграундная тусовка. Не понравилось, что он скажет, какое его мнение на этот счет. Ну, я, в принципе, видел некоторые фотографии, он мне высылал, мне, честно говоря, не очень. Я должен был об этом сказать потом, ну ладно. Вот, но я там не был, мне не получилось там побывать. Вот, поэтому узнаем у Игоря. Эй, Гос, да им щит, что за дерьмо вчера происходило в этом бойлере? Работать и зарабатывать и жить. Да, и так, окей. Так мало места. Да, нет, в принципе, нормально. Так, ну это не то, это включаем. С чем я прихожу всегда? Это моя супер книжка. Это моя самая любимая записная книжка. Там есть абсолютно все. Абсолютно все. Всеми проектами, которыми я занимаюсь. Так. Это мой багаж, понимаешь, это багаж моего опыта, здесь куча проектов, и по диджейнгу я здесь записываю вообще все записываю, вот, это все по диджейнгу, прикинь. Респект, у меня тоже есть, только я больше люблю такие маленькие, как блокнотики. А, блин. У меня 3 штучки уже исписаны. Я от них перешел к таким, вот как раз, там, send, return, но они подключаются через другой вход. Да, вот, кстати, сейчас надо. Через другой. Ой, хуя снимаю тоже, братан. Че, пойдем, ты мне докинешь там, ты же обратно поедешь по набережной. Да. Там мне выкинешь перед этим. Перед мне надо сначала с тобой что-нибудь попиздеть. Расскажи, как ты сходил на эту вечеринку бойлер-румовскую. Вообще, какой там процесс был, там регистрация, не регистрация, ну, все эти моменты. Регистрировался на сайте, потом в день мероприятия. А как ты об этом вообще узнал, об этом мероприятии? Через интернет слежу, в Фейсбуке. Интернет, он говорит. В Москве. Ага. Вот, так. Подал заявку. Пришел. А ты когда подал-то, кстати, заявку? Наверное, 1 числа 1-го, или даже 31-го, да. 1-го, 31-го? Хорошее сведение было. Она прям, ну, в этой музыке, да. Дошло, да? Да. Просто... тяжело объяснить, вот ничего не получается, ты им просто попал вот в музыкальную фразу, грубо говоря, да? Ты ее прочувствовал и как бы попал в нее. Тогда и оно звучало вообще офигительно, просто как играет трек, да, и в нем новая тема начинается, там такая. Продолжение, да, продолжение, добавился, да. Бас, да, и... как это, да, как это называется, это есть термин, сайдчейн это называется. Где пришло приглашение, пошел. А где это, кстати, было? Возле Софа? Да, да, да. А что за место-то? Как называлось? Типа такого здания, и там просто стройка. Типа такого здания. Стройка была просто и все.
Но они обычно этим и славятся, что они, знаешь, в таких андеграундных местах все это делают. Да, особо такого вообще не было. Ну вот ты мне показывал фотографии, да? Я посмотрел, ну, честно говоря, это такая лажа. Вот, ну, ты видел, да, как у них это проходит, и там проходит это настолько круто, вот. Диджик стоит, вокруг него толпа это стоит и начинает фигачить. Сейчас было так сделано, потому что... Почему? В основном вы на... В прошлом году в Москве, когда было... В прошлом году было, да? В Москве-Сити, по-моему. Да, 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 да. Мы тоже были там. С Никитосом ходили? Да. Качай, чувак, качай! Блин, ну я вот в наушниках вот еле-еле слышал только. Вот. Ты мне когда сказал, вот тогда услышал. Я вот тогда услышал такую небольшую разбитовку. Она, знаешь, вот в этом была, в хоп-звуке была. Да. Ну чё? Большая часть танцпола, она за камерой. То, что люди сзади стоят, биржи, это их там, так сказать, небольшой закуток. Блин, ну я по видосам смотрю там. Ну это прилично. Это по видео так, да? Да, на видео. Но согласись, там атмосфера она такая крутая была, качающая. А вот по этим фотографиям, блин, так уныло. Ты еще сфоткал, там народу вообще не было. Ну а потом подтянулось. Подтянулось, потому, да? Потому что большая часть вообще на улице. В 7 часов в четверг. Блядь, как так можно делать? Да, до 11 или до 12, я могу до 12. А ты приехал домой на хату в 4, говоришь? В 3. И что, там кутил дальше? А что там мы, да, там поехали в этот еще. В Хайнекен закрылся, пошли в редакцию, но... Покушали, что-то выпили, попили, да, там Ну, понятно. Ну, в общем, что скажешь-то? Нормальное мероприятие было, так сказать? Или больше вот ожидал? Да, в целом хорошо. Только алкоголь был платный на этот раз. А тогда было бесплатно? Да. Серьезно? Да, балантайз был и наливали вообще бесплатно. Серьезно? Блин, круто. Да. Бесплатно наливали алкашку. Блин, ну я просто не пью вообще, мне барабану. Да, ты же закрыл меня. Бесплатно. Едем быстрее, прям хочется потрениться пойти, хочется покайфовать за вертушками, блин. Прям, ух! Скорее бы уже приехать туда. Блин, так солнце жарит. Че, я сегодня буду сводить. Ух ты, нихуя, куда вы там поперли, ёпта? Пидорасы, блять, а? Сука. Вафли, блядь. Так вот, о чем это я? Я о том, что сейчас еду. Да, я сейчас еду. Много сводить сегодня треков, буду кайфовать, буду делать так, чтобы другие кайфовали. Вот. И что еще? Что еще? Ну, основное, что я хотел на самом деле сказать, показать, все это будет. Не хотят еще. А когда? Пока не знаю. Я читал интервью, то есть ага. Планируют. Можешь чуть погромче. Планируют в НИИ делать тоже тусовку там. Тоже электронщина будет. А в этом году? Ну, это не Бойлер-рум будет, это другая тема. Бойлер-рум, тоже Бойлер-рум. Главное, это андерграунд сделаем. Ты
сейчас посмотрю, что там в роли. Сценарий. Так, сценарий вот, на. У многих там ребят, да, молодые, кто приходит, у них им тяжело, вот как ты спросил, типа, нормально или нет, да, басом попал, типа, классно звучит. У них проблема в том, что они, ну, стесняются, да, они не могут в поток войти, и там вот сейчас хочется вот это нажать, вот почему-то, да, и этому они не могут поддаться, потому что, блин, а можно ли в хаусе там, да, как понравится, там это хорошо ли звучит. Вот, у тебя этого нет, как бы ты нормально это чувствуешь. Я нормальный чувак, как бы. Ну, слава богу, уже сколько можно. Ты это все чувствуешь, поэтому тебе, блин, ужасно, потому что ты просто хорошо сводишь хорошую музыку. Низкий поклон вам, низкий. Не, как бы действительно, то есть тебе уже скучно будет это все быстро очень. То есть тебе надо всякие вещи такие, придумывать, например, там, да, можно придумать последовательность сведения. Типа запускаешь один трек, да, там, второй начинает играть, его вывел. Важно. Очень важно много работать и не жалеть себя. Те, кто жалеет себя, они остаются в аутсайдерах. Тема такая, что если ты один раз себя пожалеешь, не второй раз, третий раз себя пожалеешь, то нельзя. Ну вот такую сложную какие-нибудь схемы, их уже, блин, натренировать. Потому что, ну, блин, тебе там из такого, чего я, как тебе сказал, да, в ушах слушать, да, вот, мастер. Ты этот мастер, вот ты подогнал трек, знаешь, что запустишь, они будут в этот. И там, типа, вывел его. Все, снимай уши. Слушай уже как здесь. Для этого же уши не нужны, чтобы подкручивать, правильно? Потому что в клубе, на клубной системе. Ну, сейчас как бы тебе бессмысленно это здесь пытаться делать, да, но, например, там вот почти на любом фильтре вот так вот это максимум. Потому что там ты чуть-чуть поворачиваешь, это настолько уже сильно слышно. Да. Звуки, это вау, вот, понимаешь? Тогда держи, братан, снимай себя и говори. Вот тут белый ведет меня на работу. На работу? Немножко. Хайп прошел. А он был вообще? Да. Ну, говорю, 2013, там, это же Салем, Группеж. Хорошая тусовка. Но бухла-то не было бесплатного. Поэтому херня. Пропил, да, 1003. Давай, братиш. Все, давай. До связи. Давай, пока.